Без сюрпризов. Россия обыграла Данию в четвертьфинале хоккейного турнира Олимпиады в Пекине. Сборная России по хоккею взяла верх над национальной командой Дании в четвертьфинале Олимпийских игр 2022 года. Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу подопечных Алексея Жамнова. Голами отметились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. На этом мы с вами прощаемся. Пусть и не без труда, к чему мы уже привыкли, сборная России победила команду Дании и пробилась в полуфинал. Подопечные Алексея Жамнова не повторили судьбы американцев и не позволили менее статусным противникам сотворить сенсацию. Свой следующий матч российские хоккеисты проведут 18 февраля. Соперник станет известен чуть позже. Всем нам удачи! Надеемся на золото Олимпиады.